Шоу «Илья Вербуха» очень популярно у российского зрителя. В каждом городе, куда бы ни приехали спортсмены, полный аншлаг. За несколько лет существования этой программы участники выступали на разнообразных ледовых площадках. В Сочи лед олимпийский, а значит, шоу обещает быть грандиозным. Это действительно ледовый мюзикл, который покорил мир. Мы выступали и в Лондоне, мы выступали в Швейцарии, мы выступали в Китае. И везде у нас были замечательные отзывы, замечательные рецензии. В первую очередь, одной из основных организаторов в городе Сочи создан оргкомитет под руководством администрации города, который, по сути, будет обеспечивать саму организационную часть, техническую часть мероприятия. Грандиозные выступления знаменитых спортсменов и по совместительству артистов будут проходить в Ледовом дворце ежедневно, кроме понедельника. С 1 июля «Огни большого города», в августе «Тайны острова сокровищ», в сентябре «Одноклассники». Приобрести билеты можно будет по интернету, а также в экскурсионных палатках города Сочи.